В развитие железнодорожного комплекса области вложат около 8 миллиардов рублей. Сумма увеличилась больше, чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Планы по модернизации обсудил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов с начальником Северной железной дороги Валерием Танаевым. В прошлом году вместе с перевозчиком был реализован ряд крупных проектов. Это и запуск рельсового автобуса, реконструкция платформы вокзала Ярославль-Главный, реализация туристического проекта «Вагон знаний». Я уверен, что в текущем году наше сотрудничество также будет продолжено, будет таким же тесным и плодотворным, в частности, по реализации инвестиционной программы, по развитию электросетевого комплекса, организацию пригородного пассажирского сообщения и, конечно же, обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах. Основной объем инвестиционной программы приходится на снятие инфраструктурных ограничений, обеспечение безопасности, обновление подвижного состава, развитие обновления железнодорожной инфраструктуры.